Шеф-повар Максим Григорьев. Крем для вафельных коржей. Каждая хозяйка старается баловать своих родных вкусной выпечкой. Но иногда бывают такие ситуации, когда лень включать духовку, очень жарко на улице или совсем нет времени на выпечку. Тогда на помощь приходят быстрые и простые рецепты. Торт из вафельных коржей – один из таких очень вкусных рецептов. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Вареное сгущенное молоко 350 грамм рам. Масло сливочное 350 грамм рам. Мед 3 столовые ложки. Молоко 4 столовые ложки. Печенье песочное 200 г. Шаг 1. Для работы нам понадобится вареное сгущенное молоко, молоко, печенье типа топленое молоко, мед, сливочное масло. Шаг 2. 200 грамм печенья измельчить в мелкую крошку. Отлично с этим справляется кухонный комбайн, насадка металлический нож. Шаг 3. 350 грамм масла комнатной температуры взбить в пышную пену. Добавить 3 столовые ложки меда и еще раз взбить. Шаг 4. Частями добавлять в масляную смесь вареное сгущенное молоко, 350 грамм, постоянно взбивая. Шаг 5. Подмешать измельченное печенье. Шаг 6. Добавить кипяченое и охлажденное молоко, 4 столовые ложки. Перемешать. Масса должна стать как густая сметана. Шаг 7. Крем готов к работе. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.